как их тут в кучу собрать? Дома хотя бы не разбегаются, а тут один в одну сторону, другой в другую. Вчера мы купались, а сегодня вот кто-то там тоже купается. Хочу на диске. А, сегодня женщина танцует. Да как я соберу их? Собрать. Да? Не хочется. О, это кто-то с маской плывет? Или что? Или мне кажется? Мне кажется. А что это там такое? Труп. Я думаю, это человек с маской. В этой... Короче, с трубкой, знаешь, плывет. Трубочку видно. О, точно, вон женщина купалась. Сегодня что-то много кто купается. Но много кто это вот одна женщина, это уже много. Ну и загорают. О, вон женщина пошла купаться. Костя пошел купаться. Сегодня, оказывается, не одна женщина купается, а две. Вон там, вон еще вторая купается. Две купаются, Костя третий, а там загорают. Люди. Но сегодня правда жарко, чувствуется, какого-то градусов, не знаю, 25, вот так вот. И сегодня 3 января. Интересно, тут вообще летом поди такая жара. Ого, видели, да, как она умеет? Прям ныряет. И Костя вон пошел. Волны хорошие. Лилечка! Ты, зайка, далеко пошла. Иди сюда. Пензу? Что? Ну, хочешь, покажи. О, еще женщина пошла купаться. Сегодня вообще такой день. Вон, 1, 2, 3, 4, 5 человек купаются. Лиля, убегай. Обалдеть, конечно, сегодня день теплый. Говорю, с маской, вон там еще человек. Это еще плюс человек с маской, в общем. Под водой там плавает, ныряет. Лилечка. Вода все равно, видать, холодная. Как холодная, градусов может быть 20. Что, женщина накупалась?
4 века. Костя там. Что надо так камни доставать? Чтобы его клюнется. Лиричка, убегай! Этот зайчик. А? Зайку бросила хозяйка. Бежит один зайка. Ой. Костя. Не ходи туда. Зайку. Зайку-то бери. Угу, пошли. Лиля, иди сюда. Вон папа. Лиля. Вон папа. Мальчики тоже накупались, видимо. Пойдем к папе. Да это не Костя. Костя вон он. Мы перепутала. Лиль, это не Костя. Наши последние... Ой, наш последний поход на море. Завтра мы уже уезжаем из Алании в Анталию.
конечно, красиво. И горы, и море рядом. Туда? Грязный. А, ну идем дальше тогда. Фонтанчик такой. Лания. О, сейчас мы пойдем мимо речки. Есть перед речкой или дальше? А мы вчера мне ходили перед есть? Речкой. А, ну пойдем перед речкой. Как мы тут ходили? А, вот здесь. Так, и не дошли мы до речки. Все уже. Ехали. Там вон тоже кто-то играет в песочек. Сейчас мы будем играть. Будь здорово. А теперь Костя будет играть в песочек. Там еще одна лодка. Пошли туда, к речке. Давай, мы тут с тобой посидим, в песочек поиграем. Она пошла за ними. Пойдем догонять. Ты не держишь? Давай, давай, бегом. Вот она речка. Эй, ты чего упала? Ты чё падаешь?
Ой, какая речка. Так. Держим ребенка за руку. Давай ручку. Смотри, какая вон речка. Речка текет. Это там вот она. Здесь уже чистая вода. Все, мы на краю. Давай в речке сегодня купаться не будем, ладно? Хорошо? Ой, какая речка. Ой-ой-ой-ой-ой. Любопытству нет предела. Новое русло покопать. А, да? Здесь, потому что там вот видишь кусок пляжа. А, точно, слушай. Вот она туда текла, речка. Тут прям видно, что прокопали только что. Пойдем камушки собирать. Какая речка. Пойдем море посмотрим. Пойдем? Пойдем вон туда море посмотрим. О, смотри, собачка там бегает. О, вон правда собачка. Речка. Река. Ну, сейчас поплыла, наверное. Ну все, пойдем собачку смотреть. Вот так жарко. Ну да, жарко. Да? Медузы, говорит, там плавают. Завтра мы хотим пойти пешком до автобуса, который едет в Анталию. Это нам надо будет вот там вот выйти, пройти вот столько пешком и туда за гору уйти. Думаем, примерно часа два будем идти до автобуса, а потом на автобусе часа два, наверное, ехать. Ну, примерно. Я не знаю точно, сколько получится. О, Лилька уже в яме. Ну, ходить мы уже привыкли, мы тут каждый день ходим везде, и на пляж, и по самой Алане уже все исходили. Так что завтра будет утренняя прогулка до автобуса. Это я морально готовлюсь к прогулке. Кость, может, выходить будешь? Не слышу. Выходи! Выходи. Последнюю. И выходи. Последнюю.
Последний раз делаю и выходи. Что? Последний раз делай и выходи. Что? Последний раз купайся и выходи. Давай, убегай. А, Лиля, не надо. О, кака. Лиля, убегай. Убегай. Лиля, убегай.
как водичка? Ледяная. Холодная? Сколько? 18, не больше. Нормально. Че? О, соленая очень. Понятно. Я научился, кстати, плавать. Это хорошо. Я видела. Ой, я вон там вот был, я научился плавать. Я внизу был. Я, короче, я вспомнил дедушский способ, и я вот так...